Филипп Киркоров отметил день рождения сына. Мартину Киркорову исполнилось 3 года. Звездный папа, как и следовало ожидать, устроил малышу королевский праздник. Чтобы поздравить именинника, в загородный клуб съехались Алла Пугачева и Максим Галкин, Андрей Малахов, Игорь Николаев, Анастасия Стоцкая, Анни Лорак, Галина Юдашкина и другие знаменитости. Фотографии закрытой вечеринки уже появились в сети и микроблогах звезд. На снимках Киркоров одет в кроссовки, а вот сам виновник торжества предстал при полном параде. Черный костюм, белая рубашка и бабочка. Внешне малыш очень похож на своего звездного отца. Но многие подписчики отметили сходство Мартина с сыном Анастасии Стоцкой. Кстати, до сих пор нет точной информации о том, кто родил детей по королю. Слушайте, я сама в шоке, потому что он действительно безумно похож. А когда Филипп показывал мне его поменьше, ну, как бы не было такого сходства. Сейчас это просто одно лицо. Я показала ребенку моему, я говорю: «Саш, это кто?» Он говорит: «Я!» Вот и... То есть они действительно очень похожи. А, но у каждого своя мама. То есть я к детям Филиппа не имею никакого отношения. Возможно, с ним как бы любовь какая-то такая, да, очень мощная, творческая, она дала такой вот такой результат, то, что дети похожи на нас, на него, на меня, возможно. Интересно, что Анастасия Стоцкая отрицает свою причастность к детям Киркорова. Любопытно, имеет ли отношение к сыну Анастасии сам Филипп? И это еще большой вопрос.